Всем привет, друзья! Снова мы в магазине Fix Price. Уже с утра пришла и прикупила себе кое-что. Покажу потом. Ну и заодно сделать обзор товаров для вас, что есть. Полотенца, гляньте, в этот раз какие. По 149 рублей эти полотенца. Коврики под посуду. Как всегда, большой выбор контейнеров, просто огромен выбор. Чехлы на диванные подушки. Вот, ребята, 199 рублей. Полотенечки очень интересные, очень даже, не сильно, конечно, большие, но качество отличное. Так, ну тут кухонные принадлежности пошли у нас. Металлические мочалочки. Наборы. Причем по разной цене. Видите, 79. Набор губок 59. 51. 51 рубль. Или 51. Все размеры, разные цены и, видимо, разное качество тоже. Но все интересно. Хорошие контейнера, какие интересные. 199. Жаль, что тут не могу себе купить контейнера, потому что, ну как, вести это объемно очень. Пластиковой посуды много. Ведра, тазы. Причем по 59 рублей маленькие ведерки. Вот тазы тоже. Огромный выбор губок, салфеток разнообразных для хозяев. Ну, всякие бытовые товары на весь ассортимент, на любой вкус. Вот тут солнце отсвечивает. Тряпочки для уборки тоже. Плавно переходим на посуду. Вот там солнце светит, меня показывает, это ни к чему. Вот мечта моя, банка это с краником. Но стекло как бы тоже, куда я его. Это губки и переходим плавно на посуду, ребята.
гляньте, какие блюда. Салатники такие объемные. Еще один, еще более больше. Вот такая водя хорошая. Формы для выпечки. Всевозможные, разнообразные. По разной цене, ребята. От дорогих до дешевых вообще. Вот цена. Мисочки вот походные. Такие салатики более дорогие уже. Но объем тоже как бы хороший. Пиалки. Люблю вот пиалочки такие разные. Тоже, ну как, тоже понравились. Есть недорогие, вот, например, за 55, но тащить такое нет возможности. Если бы самому не носить бы вот это, упаковал бы, да пусть бы ехала, а так. Ну, посуда, видите, по вот такой вот цене. Тарелочки всевозможные. И подороже, и подешевле. Ну, в общем, вот такая вот цена. Вот красивые какие бокалы. Гляньте. Бокал счастливому человеку. С разными надписями, причем не видела даже. В всех бокалах разные надписи. Креманочки, вот сколько смотрю, мне нравятся такие. Креманки люблю тоже. Ну, я посуду люблю. Разные причем. Как и любая девочка. Шейкеры для коктейлей. Соусницы всякие маленькие, галки. Стаканы. Интересно, какие. Ой, они все по 79, вот они, три вида. И вот
79. Короче, стаканы все 79 любого вида. Термостакан с декором. Это новогодние уже декоры. Вот, пожалуйста, рюмочки. Рюмки. Вот эти задние по 15 рублей. Вот эти вот 33 рубля. Как-то тут плохо можно залезть. Крошечки уже зимние. Крошка новогодняя. Акция 249 рублей. Вот эта акция. Ага, вон она, эта кружка. Хотела вытянуть, посмотреть ее. Вот она, за 249 рублей. Эти по 49. Интересные кружечки. Триста 50 миллилитров. И 99. 300 миллилитров. Это 350 тоже миллилитров, 149 рублей. Ну вот такой у нас на сегодня обзор посуды, ребята. Спасибо, что были со мной. Всем пока!